Всем привет! Сегодня я вам покажу, как сделать мою любимую поделку. Это оригами-дельфин. Для этой поделки возьмите листочек квадратный размером 20 на 20 сантиметров, складываем его по диагонали. Разворачиваем и еще раз складываем по диагонали. Разворачиваем. Теперь берем линеечку и отмечаем от серединки точку на расстоянии 3,5 сантиметра. Ставим эту точечку. К этой точечке подгибаем нижний уголок бумаги. Теперь вот по этой линии, по центральной диагональной, отгибаем бумагу вниз, треугольничек. Вот этот уголок, верхний, мы должны подогнуть вот к этому уголку, совмещаем их. Совместила. И делаем складочку. И отгибаем вверх, ровно по горизонтальной линии. Чтобы бумага плотно подходила. Вот смотрите. Теперь раскрываем и переворачиваем листок. Нам нужно отогнуть верхний большой лист, верхний уголок, через эту точку и через эту. Перегибаем. Вот смотрите, как прошла линия складки. Ровно через края уголков. Вниз подогнем. Теперь вот эту сторону нужно подогнуть к вертикальной линии. Делаем складочку. Теперь раскрываем бумагу и вот по этой складочке бумагу приподнимаем и расплющиваем ее. Смотрите, у нас вот здесь вот линия складки проходит. Именно по этой линии мы должны приподнять бумагу. Вот здесь у нас сразу бумага не пускает, но мы ее аккуратно опустим вниз. Вот так. Вот что должно получиться. Теперь верхний уголочек опускаем вниз и отгибаем в сторону. С другой стороны сделаем все точно так же. Эту сторону подгибаем к вертикальной линии. Делаем складочку. Раскрываем бумагу. По этой складочке поднимаем наш листочек и расплющиваем, прижимаем. По горизонтальной линии сгиба мы бумагу поднимаем вверх и прижимаем. Треугольничек опускаем вниз и возвращаем назад. Вот что у нас должно получиться. Теперь нижний уголочек маленький мы приподнимем. И вот этот острый уголок мы должны в эту точку приподнять и сложить. Вот так. Опускаем. Теперь берем одну страничку бумаги, вот она у нас, и вот эту сторону подгибаем вот к этой линии. Делаем складочку. Сделали складочку. Теперь раскрываем бумагу и по этой складочке расплющиваем. Вот эту сторону снова подгибаем к вертикальной линии. Складочка. Теперь открываем аккуратно бумагу и внутрь загибаем, чтобы у нас получился вот здесь вот острый уголочек. Вот он, острый уголок. Опускаем бумагу вниз
Теперь приподнимаем вот эту часть. Посмотрите, вот эта сторона у нас должна сложиться вот с этой стороны. Причем бумагу я буду держать, чтобы она у меня не выворачивалась в эту сторону. Вот так. Еще раз. Вот так. И делаю складочку. Вот она внутри прошла складочка. Теперь подгибаю опять же вверх этот треугольничек и делаю еще одну складочку. Вот что там у нас внутри должно получиться. Одна складочка и еще одна складочка. Закрываем. Теперь с другой стороны сделаем все то же самое. Подгибаем эту часть к этой части. Делаем складку. Раскрываем бумагу, по этой складочке прижимаем и теперь левую сторону, вот эту часть к вертикальной линии. Подогнула, сделала складочку, раскрываю, заправляю бумагу вовнутрь. Вот здесь у нас острый уголочек закладывается, вот он этот острый уголочек вверх. Открываю, поднимаю вверх. Вот эта часть должна соприкоснуться вот с этой горизонтальной линией. Придерживаю бумагу. Соприкоснулись, делаю складочку. Продавливаю вверх немножко. И еще одна складочка закладывается внутри. Возвращаю бумагу назад. Теперь вот этот вот треугольничек отгибаю вверх по горизонтальной линии. Делаю складочку. Эту сторону подгибаю к этой линии до серединки складочка. Возвращаю. Эту сторону подгибаю к этой линии. Делаю складочку до серединки. И теперь по двум складочкам собираю бумагу. Вверху должен получиться у нас остренький уголочек. Вот он маленький треугольничек. Я его отложила в сторону. Всю заготовку переворачиваю. Вот этот край мы должны подогнуть к вертикальной линии. Начинаю подгибать. Смотрите, бумага у нас не пускает с той стороны. Получается вот такое ушко. Ничего страшного. Аккуратно прижимаем. И сейчас я это ушко просто разверну. Смотрите, вот так я его разгибаю. Вот и у нас получается такой треугольничек. Это будет плавник дельфина. Вот он разложился. И теперь другую сторону. Этот край надо подогнуть к вертикальной линии. Аккуратно подгибаю. Опять этот треугольничек у нас. Бумага не пускает, пока она не выложилась. Делаем складочку. А теперь аккуратно этот треугольничек разгибаем и прижимаем. Должно получиться вот так. Переворачиваем на другую сторону. Теперь мы должны сложить нашу поделку пополам. Аккуратно складываем ее. Смотрите, уголочек у нас оказался плавником. Проработаем складочку. И теперь подгибаем вот этот край вот к этой линии. Складочка. Бумага в несколько слоев, поэтому хорошенечко складочку продавливаем. Бумагу теперь раскрываем. И расплющиваем по этой складочке. Получается вот такой ромбик. Смотрите, теперь вот эту часть подгибаем к вертикальной линии. И с другой стороны этот краешек тоже к вертикальной линии. Заужаю его. Вот так. Проглаживаем хорошенько бумагу. А теперь смотрите, что нужно сделать.
нужно чуть-чуть раскрыть бумагу и слегка приподнять этот уголочек. Посмотрите, вот я приподнимаю, и у меня получается вот такая горизонтальная линия в этом вот месте, в этом уголочке маленьком. Вот он, один. И этот уголок я тоже должна сделать более прямым. Поэтому бумагу раскрываю, чуть-чуть приподнимаю вверх, и у меня закладывается прямой уголок. Теперь они оба прямых, смотрите, этот и этот. Я перегибаю теперь заготовочку. Теперь вот эту часть бумаги я должна засунуть в кармашек, вот сюда поместить. Аккуратненько туда его заталкиваем. Так. И с другой стороны точно так же. Вот эту часть в кармашек. Открываю кармашек. И туда этот уголочек помещаем. И возвращаем назад. Вот такая у нас фигурка. Сейчас мы сделаем хвостик. Смотрите, хвостик у нас теперь вот здесь вот расходится. Вот видите, у вас тоже должен расходиться. Аккуратно берем одну часть, узкий треугольничек, и подгибаем его вверх. Вот так. Смотрите, подогнула вверх. Теперь я раскрываю и продавливаю его вверх. Вот он продавился. И по линии складки сгибаю назад треугольничек. Выгнула его. Вот так. И с другой стороны то же самое. Сначала вверх подгибаю. Теперь раскрываю. И по этой складочке вовнутрь. Вот так. Теперь чуть-чуть раскрываем верхний треугольничек. Вот так слегка. И отгибаю сюда, вниз. Должно получиться вот так, сверху. Смотрите еще раз. И с другой стороны точно так же. Немножечко отгибаю, совсем чуть-чуть. И прижимаю вниз. Получился хвостовой плавник. У нас все время разворачиваются вот эти края бумаги, надо это исправить. Смотрите, вот здесь в уголочек поднимаю вверх, делаю складочку совсем чуть-чуть, а теперь прячу вовнутрь. Вот так раз, в кармашек туда поместил. Все, теперь больше она уже не открывается. И с другой стороны точно так же, маленький треугольничек подгибаю вверх и прячу бумагу вовнутрь. Поднимаем плавничок один, немножко выгибаем его вот так вот. И с другой стороны точно так же второй, слегка подкручиваем. Осталось сделать голову. Раскрываем снизу бумагу и продавливаем ее вовнутрь. И тут же наружу, чтобы получилась головка. У вас должен получиться острый носик у дельфина. Вот так, смотрите. Поделка почти готова, осталось придать объем. Сейчас мы бумагу вот здесь немножко развернем и немножечко загнем ее вовнутрь. Вот так, слегка. Видите, и с другой стороны точно так же. Вторую сторону я тоже слегка прогибаю вовнутрь. Прижимаю пальчиком как. И другая сторона. Вот так должно получиться. Поделка готова, и наш оригами дельфин отправляется в плавание.